появились новые подробности смерти в самолете мужа Дианы Гурцкой, Петра Кучеренко. Политику, который умер в самолете по пути из командировки из Кубы. Первую помощь пыталась оказать пассажирка, летевшая тем же рейсом. При этом экипажу пришлось лететь до Минеральных Вод, так как самолет почему-то отказался принять аэропорт Волгограда. По имеющимся данным, клиническая смерть наступила еще в самолете. После приземления кардиограмма показала, что сердце не бьется. Оказать первую помощь Кучеренко пыталась женщина, которая представилась врачом. Остановка сердца, судя по всему, произошла до посадки в Минводах, однако никто не смог зафиксировать ее на борту. Прибывшая в аэропорт бригада реаниматологов все мероприятия проводила в салоне. По словам медиков, признаки наступления смерти у мужчины уже были зафиксированы. Также пассажиры говорили, что ему стало мгновенно плохо. Он стал задыхаться. Как заявил специалист, у мужа Гурцкой, скорее всего, были сердечно-сосудистые проблемы, а высота дала свой отпечаток. Предварительный медицинский анализ указал именно на проблемы с сердцем. Может быть, что и тромб, заключил он. Похороны замглавы МНИН обурнауки Петра Кучеренко пройдут в среду, 24 мая, на Троекуровском кладбище. Информация об этом появилась на странице официальной группы во ВКонтакте его жены, певицы Дианы Гурцкой. По предварительной информации, все пройдет в закрытом режиме. Близкие погибшего продолжают делиться воспоминаниями о погибшем Петре Кучеренко. Один из его друзей на своей странице социальных сетях написал, что супруг Дианы в последнее время чувствовал себя плохо. «Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно», – горстями рассказывал Петр своему знакомому. «И это не очень помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно». Брат Дианы и ее продюсер Роберт Гурцкой поделился своими переживаниями по поводу случившейся трагедии. «Я не могу оценить реальность», – написал Роберт. «Тебя нет и счастья нет. Ты стал светом для нашей семьи. Ты сделал счастливой Диану и нас всех. С появлением Костик, сына Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко, счастье стало безгранично, а 20 мая все потемнело. Точка. Все кончено». Жена Кучеренко, певица Диана Гурцкая, пока не давала комментариев по поводу смерти супруга. «Какой комментарий она даст сейчас? Вы же понимаете, она мертвая сейчас сама», – сказал брат артистки Роберт. «Светлая память».